Пипец, я доходяга. Всем привет, ребят. Сегодня мы поиграем с вами в симулятор толстяка. Или симулятор ам-ням, по-моему, так он называется. В общем, есть задача наша. Нужно как можно больше кушать. У меня вот есть пока яблоки, 10 из 10. Так, я съел, получается. Насытил свой желудок, иду, продаю. Получается, это монеты. Продаю, получаю монеты. Кто-то прыгает. Видимо, кто-то рад, что я зашел в эту игру. А перед просмотром этого видео у меня для вас проверка на настоящего бро. Если ты бро, поставь лайк за 3 секунды и напиши комментарий хэштег «Я бро». Раз, два, три. Погнали дальше. Ну, в общем, ладно, у меня уже 500 монет. Я, в принципе, могу купить какое-то оружие какое-то. Не понимаю, правда, для чего оно мне. Ну, давайте покупаем. Самое последнее оружие, оно стоит... Agent of Rot. А, что, я его... Как его применить? Блин, игра тормозит. Пожалуйста, оденься. Эквип. Ну! Оно оделось или не оделось? Что-то я не понимаю. Да, оно оделось. Что это мне дает, я не знаю. Ладно, пошли продаем еду, какая у меня есть. Так, я быстрее, видимо, ем, да? Я быстрее ем или что? Что это рука мне дает? Окей, ладно, еще есть какой-то шоп. Пошли зайдем в этот шоп. Посмотрим, что здесь. Так, здесь, значит, мы покупаем. Ага. Мы покупаем здесь. Это что такое? Вместимость. Это типа желудок, что ли, наш, или что? Мы едим, но почему мы едим, и это помещается не в желудке в нашем, а... А, мы становимся толще. Смотри, я поел, я стал толще. Хоп-хоп-хоп-хоп, поел, стал толще. Хоп, и стал худым. Ага, это типа желудка, ясно. Так, хорошо, что дальше? Мудрый какой жирняй стал. Я просто неплохо выгляжу. Так, и за 50 сколько? За 50 коинов мне дают 50 геном, что ли, так получается? О, не геном, а этих. Ой, блин, за 50, короче, 50 коинов дают. Ну, ты понял, короче, за 50 вместимости рюкзака 50 коинов. По-моему, как-то так. Ну, нормально, нормально. Блин, ну почему у меня торчат эти? Как их? Блин, скажи, я скажу. Нажимай, у меня торчат в голове. Что происходит, я не понимаю. Так, при этом я передвигаюсь достаточно быстро. Неплохо, Том, конечно, вообще он жердяй. Так, ладно. Я собираю коины и иду продавать. Ух, тут девочка, тут жердяйка, молодец. Так, сейчас я... О, продал, все, стал худым. Отлично. Нам надо 1000, короче, коинов насобирать. Ладно, я буду, наверное, отбегать, вот так собирать монеты. И, в принципе, я думаю, что я достаточно быстро прокачаюсь, если я буду бегать вот так от этого магазина к тому. Допустим, вот так, собираю все монеты, продаю здесь и бегу обратно. Бегу обратно, при этом ем, собираю опять монетки и бегу теперь в тот магазин. Сколько я успею до 50 прокачать? Нет, наверное, не успею. Ладно, ну-ка. Оп, нормально. Все, можно взад-вперед вот так бегать. И, в принципе, 1000, я думаю, можно быстро насобирать. Давай попробуем. Попробуем так быстренько до 1000 прокачаться. Мне надо какую-нибудь купить. Либо виноградинку, либо... ну да, наверное, лучше виноградинку, чтобы она мне давала больше... О, нормально, смотри, туда-сюда обратно я сбегал. И уже почти 500 коинов заработал. Так, сейчас еще бегу. Оп, собираем. Собираю. Так, девчуля, хватит прыгать. Я тоже прыгать умею, кстати. Так, окей. Собрал. Почти полный рюкзак. Продаем. И да, ровно 500 коинов. Ровно 500 коинов. Отлично. Мне надо 1000. Чтобы виноград заработать, мне надо 1000 получить. Да, и тут еще пэты есть. Смотри, давай посмотрим, что у нас за пэты. 35 тысяч. Вау. 35 тысяч стоит какой-то пэт. Так, а если купить, допустим... Сколько это? Как мне купить? Как купить геномы? Я не могу купить геномы, что ли? Подожди. Где... Так, коины, а где геномы? Тут только коины. А геномы как купить?
Странно. Плюс 100 пэк слотов, для слотов двойные калории, 700 спринт, быстрый бег, я так понимаю. Воины, а геномов нету в магазине. И здесь я не могу тоже ничего нажать. А, может быть вот так? Во! Ого себе! 3000 рубаксов, 1100 как геном, 3000 рубаксов стоит. О май гаш, это очень много. Ладно, побежали до магазина. В принципе, моя тактика работает, я нормально собираю. Сейчас я добегаю, оп, нормально. Так, собрал уже 575. Еще немножко, и у меня уже будет 1000. Ух ты, там что такое? Там как-то, тут у нас стекло, мы по нему можем бегать, но мы можем там, короче, отправиться куда-то в какую-то мини-игру. Не знаю, для чего она нужна. Ладно, моя задача пока собрать 1000 коинов. Хочу собрать 1000 коинов и посмотреть, как быстро я буду зарабатывать монеты, если куплю себе виноград. Так, отлично, пробежал. 690, еще чуть-чуть остается, ребят. Еще чуть-чуть, отлично. Ну что ж, я по-прежнему бегаю и ем, ребят. Ем и бегаю, как говорится. Так, ну у меня уже 971 коин, 975 даже я собираю. Все, наверное, последний раз я сдаю это в магазин. Да, и 1000 коинов у меня в кармане. Ну что ж, пошлите попробуем купить виноградинку какую-нибудь, что ли. И посмотрим, как мы с виноградом будем набирать и фармить себе эти коины. Сейчас посмотрим. Так, тут уже жердяй капитальный бегает. Так, заходим сюда в магазинчик, где у нас 9 калорий дает виноградинка, 16 калорий дает морковка, видимо. Ох, ничего себе, тыква! 90 тысяч коинов, этот арбуз, и он 175 калорий. Ну, у меня, конечно же, денег столько нету. Ладно, покупаю, беру виноградинку и раз, оп, и все, и у меня уже наполнился. Смотри, мой рюкзачок, если я сейчас стану здесь, я могу очень быстро фармить. Смотри, давай, оп, раз-два, 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 поехали, поехали, отлично, вот теперь деньги полетели, 27 монет сразу, 27 монет, отлично, круто, просто круто, 27 монет я успеваю заработать за, как сказать, за проглатывание одной виноградинки. И смотри, как у меня монетки быстро набираются, мне надо теперь 3000, наверное, да? Нет, мне надо, короче, новый рюкзак купить. Сейчас я, наверное, куплю новый рюкзак. Сейчас, давайте попробуем купим. 870. Так, привет, привет. Привет. Я не вижу, к сожалению, твоего имени, но... Привет. Или я не знаю, что она прыгает. Может, она просто худеет? А, это не она, это Антон, да? Это Антон. Антон, ты? Да, скорее всего, это Антон. Так, ладно, едим. Набираем уже полторы, почти 1000. Ребят, побежали туда. Побежали до того магазина. Блин, я достаточно быстро деньги зарабатываю. Вы видели? За какие-то 2 секунды, там, не знаю, 3 секунды я заработал 1500 коинов. Хорош. Так, чтобы не размахнули, 50 тысяч коинов надо. Там надо 150 тысяч. Блин, да, это жестко. Это жестко. Ладно. 1500 коинов есть. Я сейчас, наверное, даже еще побольше я насобираю. И пойду сейчас... Что я пойду? Я пойду рюкзачок, наверное, попробую себе какой-нибудь купить. Покруче. Давайте даже побольше понасобираем. Будем бегать туда-сюда. 2000 коинов примерно. Давай, 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 давай. Да, 2000 коинов у меня есть. Поехали. Поехали в магазин, попробуем купить себе рюкзачок. Так, что у нас тут? 4000. Ну, можем за... Так, 1500 я покупаю. Да, и у меня 125 коинов помещается сразу. Оп, 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 ну я так по-прежнему, да. Теперь мне, чтобы больше, короче, продавать, чтобы больше фармить, мне надо как можно больше, получается, съедать. Надо, то есть, какую-нибудь еду себе купить. Окей, ладно, буду пока фармить, наверное. Нафармлю себе побольше денежек, чтобы купить какую-нибудь крутую еду, которая будет мне давать очень много калорий, я тогда буду быстрее толстеть. Окей, буду стоять фармить пока. Так, ну что ж, ребят, я нафармил себе 3000 монет. Пошлите попробуем. Так, попробуем что-нибудь купить. Даже не знаю, что.
Так, наверное, морковку попробуем. Блин, хотелось бы, конечно, здесь разблокировать гамбургеры эти, Красти Краб. Но нет, наверное, куплю морковку для начала. Так, яблоко 35. А, это не яблоко, это Тамаш 6500. Ладно, куплю морковку, давай, за 3000. Оп, одеваю ее. Все, морковка у меня? Да, у меня морковка, и смотри, она мне сразу дает 16к. 32 монетки сразу, за раз, смотри. Отлично, быстро, быстро достаточно я теперь прокачиваюсь, 32 монетки. Так, а если я поем, я хочу посмотреть, насколько я жирненький буду. Давай. Блин, я бы не сказал, что я жирный. Блин, а что я такой худой? Я такой... Да блин, что тут глючит? От этого толстяка почему-то какие-то лучи летят в разные стороны, ребят. Непонятно почему. Ладно, давайте сюда встану. Эй, продавайся. Вот, отлично, продалось. Так, ну все, еще нафармить надо мне, короче, побольше денег, чтобы купить себе какой-нибудь рюкзак крутой. Чтобы побольше вмещалось. Отлично, ребят, я отошел на каких-то 7 минут буквально. И у меня, смотрите, 23 тысячи. Пошлите, покупаем что-нибудь крутое. Так, что мы можем купить тут? 9, 15, 35. Ну, за 15 тысяч я могу 1,35к. Ух ты ж, отлично. Покупаю эту штуковину, устанавливаю. И смотри, смотри, какой я стану теперь толстый. А ну-ка, давай едим, едим эту моркву. Ох, ох, ох. Ну, это чувак, конечно, вообще жирняй. Я, наверное, не настолько стану толстым, но... Думаю, что тоже не слабенько, скажем так. Так. Съедаем, 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 съедаем. У этого чувачка, который на меня залез, как тебя зовут? Яроу. У него уже даже томат есть. Так, мои ножи все глубже и глубже мне в голову заходят. Да, я стал жирненьким. Отлично, ты посмотри, какой я жирный. Просто мега жирный, отлично. На 1035 я съедаю теперь. Ух, класс. Класс, прикольненько. Ну, прикольненько я смотрюсь. Ну что ж, давайте, наверное, на этом закончим, ребятки. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Продолжим в следующем видео, я думаю, еще проходить этот симулятор. Попробуем, пооткрываем здесь все эти... вот этот вот крабы и прочее, прочее. Посмотрим, что здесь еще можно. Я пойду продам эти деньжища. Ой, да, всю эту еду. И посмотрю, сколько мне дадут денег. 1135 ровно. Да, дают, видимо, столько же, сколько у меня в рюкзаке. Сколько я съедаю, столько мне и дают. Отлично, неплохо. Надо будет еще пэтов потом попробовать купить, допустим, за... Вау. За 5000 я смотри, могу редкого какого-нибудь пэта купить. Давайте попробуем купим. А? Как купить-то? На Е, смотри. Так, мистический. 10% чтоб мистического. Давай. Давай, 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 давай. Какой? Блин, обычный. Окей, ладно, давайте выберем пэта. Как его выбрать? Рэббит какой-то. Так, а, вот, снаряжаем. Плюс 3 он дает к еде. Ну, нормально, нормально. Я еще быстрее начинаю. Так, ну, жалко, жалко, конечно. Мы могли бы дать какого-нибудь крутого пэта. Так, за 10... О, я могу новую локацию за 10к открыть. Мне надо для этого насобирать 10 тысяч. Я открою новую локацию. Пэт прям тонет. Тонет во мне. Ну что ж, да, все, давайте на этом точно заканчиваем. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Максим. Всем удачи, всем пока. Я толстячок.